Друзья, всем привет! Добро пожаловать в рубрику обзора тем. В этом видео сделал подборку тем для смартфонов Xiaomi в новогодней и рождественской тематике. Перед обзором пару слов, как устанавливать эти темы. Все эти темы доступны в стандартном приложении темы. И найти их можно по названию через поиск. Если не получается найти по названию темы, можно попробовать найти по названию автора. На каждом названии темы я буду останавливаться и говорить, а также название тем я продублирую в описании под видео. Первая тема называется GN Christmas. Особенность этой темы – это анимированные высококачественные обои. И есть возможность изменить на другие анимированные обои. Вот в этой области делаем двойной клик. И все эти обои идут с анимацией и достаточно хорошее качество. И плюс, конечно же, это их очень здесь много. Вот, то есть я переключаю, и до сих пор еще не повторяются. Вот, наверное, около 10 обоев здесь идет. Док-бар, звонилка, сообщение, камера смартфона выполнены в новогодней тематике. Также иконки тоже в новогодней тематике, полностью измененный дизайн, выполнены в едином стиле, все иконки идут круглые. Крупный виджет времени и погоды отображается на рабочем столе. В настройках у нас здесь идет все по стандарту. Здесь изменена и переработана шторка и смотрится очень здорово. При включении какой-либо функции у нас идет такой красный яркий цвет. Если мы включим темный режим, то поддержка у этой темы есть и темного режима. Переходим в настройки, все по умолчанию, все по стандарту и экран блокировки. А на экране блокировки у нас здесь новые анимированные обои, статус заряда батареи, виджет времени погоды. Следующая тема называется Christmas в таких квадратных скобочках 2021. Если не можете найти тему по названию, то можно найти вот по дизайнеру. Вводим дизайнер, смотрим темы и находим необходимую тему. Особенность этой темы, я вот искал новогодние темы для подборки тем, и это идет самая новая тема новогодняя, то есть самая свежая. Что здесь у нас? На рабочем столе идут анимированные обои высокого качества. Далее иконки переработаны и изменены. Виджет идет погода плюс время и день недели. Статус-бар изменен и переработан. Док-бар тоже перерисован. Хорошего качества иконки, выполнены в едином стиле, и папки идут с такой обводкой, как гирлянды. Включаем папки, в папках у нас идет следующее отображение. Далее переходим в настройки. И здесь у нас настройки тоже полностью переработаны, перерисованы в новогодней тематике, в виде таких как бы шаров. Шторка. Шторка изменена и переработана. И обратите внимание, не знаю, видео будет передавать или нет, на фоне шторки идут такие снежинки. И тоглы тоже выглядят симпатично. Большие тоглы, идет такая тонкая обводка. Тоглы отображаются ниже, идут такого красно-яркого цвета. Активация. Темный режим, как мы видим, поддержка темного режима есть. И здесь идет функциональный экран блокировки. Перехожу на экран блокировки, и здесь у нас новые обои, тоже идут анимированные. Быстрое включение фонарика, камера смартфона и свайпом влево дополнительное меню. И здесь отображаются дополнительные возможности. Калькулятор, мессенджеры, секундомер, таймер и так далее. И во время заряда на экране блокировки идет такая дополнительная анимация плюс проценты отображения. Следующая тема называется Christmas Clock с очень интересной анимацией на экране блокировки. Итак, на рабочем столе у нас виджет времени, день недели, дата, день недели на английском языке. Иконки выполнены в объемном круглом стиле. Они идут такие 3D объемные. Зайдя в папку, у нас идет следующее отображение. Док-бар переработан. Статус-бар тоже изменен. Переходим в настройки. И у нас здесь идет такая интересная обоина на фоне. И полностью иконки изменены, переработаны, выполнены в таком интересном стиле. Если зайдем о телефоне, ну вот тоже отображение интересное. Шторка здесь идет немножко переработана. Поддержка темного режима давайте проверим. Поддержки темного режима у этой темы нет. И, пожалуй, друзья, самое интересное у этой темы – это экран блокировки. Переходим на экран блокировки. И обратите внимание, какой интересный эффект. Опа! Следующая тема называется Crystal Party. По большому счету, эта тема выполнена в таком минимализме. Такие спокойные цвета идут. На рабочем столе идет следующее отображение обоев. Иконки идут все в едином стиле в виде новогодних шаров. Переходим в папки тоже.
такие выполнены в минимализме, такие очень мелкие. Док-бар переработан, статус-бар идет по стандарту. Незагроможденный виджет времени, день недели, дата. Перейдя в настройки, здесь идет полнейшая переработка и выглядит это все следующим образом. Шторка. Шторка идет немножко переработана, поддержка темного режима у этой темы тоже есть, как мы видим. Заходим в настройки. И здесь у этой темы интересный экран блокировки. Переключаемся. И вот смотрится следующим образом. Анимация, анимация, незагроможденный виджет. Вот такая вот новогодняя, друзья, анимация, и смотрится здорово. И во время зарядки внизу отображается дополнительная анимация. Еще одна тема в этой подборке называется Angry Birds Winter. По этой теме можно отметить, что это идет новая тема. Здесь идет такой незагроможденный виджет времени дата. Иконки изменены, переработаны, перерисованы. Смотрится хорошо в таком объемном стиле. Док-бар переработан, статус-бар изменен. Обои на рабочем столе идут следующие. Если мы перейдем в настройки. Настройки, здесь на фоне идут тоже обои и иконки перерисованы. Заходим о телефоне, и выглядит это следующим образом. Интересное могу отметить — шторка. Шторка идет такая аккуратная, и тоглы все изменены, переработаны. А на экране блокировки у нас идет следующая анимация. Справа внизу у нас есть быстрый доступ к звонилке, а слева быстрый доступ к камере смартфона. Зимняя новогодняя тема называется Christmas V12. Итак, друзья, тема интересная. Здесь у нас даже перерисован Google виджет, и он такой отображается на всю ширину дисплея. Иконки здесь немножко изменены, немножко переработаны. На рабочем столе отображаются следующие такие обои высококачественные. Если мы переключаемся на первый рабочий стол, у нас здесь идет анимация виджета, вот следующим образом. Полностью все переведено, день недели, дата, время. Виджет выполнен в минимализме, не загроможденный. Интересные переработанные настройки. Здесь у нас все в таком более сжатом виде. Пункты друг к другу близко расположены, и они идут такими отдельными группами. Зайдем в «О телефоне». Здесь идет следующее отображение. Шторка. Шторка изменена и переработана. Поддержка темного режима сейчас протестируем, тоже есть. Переходим в настройки. И здесь тоже полная переработка. А на экране блокировки у нас здесь обои, быстрый доступ к карусели обоев, быстрый доступ к камере смартфона и виджет времени и дата. Еще одна интересная тема называется Dream Christmas. Здесь у нас на рабочем столе отображаются высококачественные обои, крупный виджет времени, день недели, дата, день недели не переведен на русский язык. Иконки у нас выполнены в новогодней тематике, папки отображаются следующим образом, ниже док-бар отображается вот таким вот образом, и статус-бар тоже перерисован. Высококачественные обои. Перейдя в настройки, у нас здесь тоже полнейший идет редизайн. Заходим о телефоне, тоже все изменено. Шторка. Шторка немножко переработана, немножко изменена. И переходим на экран блокировки. А здесь у нас идет интересная анимация. Быстрый доступ к камере смартфона и быстрый доступ к звонилке. На этом, друзья, у меня все. Если это видео вам было полезно, не забудьте поддержать видео лайком, написать об этом в комментариях. И я выпущу вторую часть новогодней и рождественской подборки тем для смартфонов Xiaomi. Всем пока и до встречи в новых видео.